Жена уху приготовила с лососем. Люблю я готовить обычно уху. Ну, я в то время на работе был. Я кусочками. Она так он крошит. И скромсал рыбу вообще мелко-мелко. Крупу еще добавляем. Ну, вкусно. Пшеночка. Крупа. О, блин, не туда попало. Жирок рыбий. Обожаю. Вот осталось немножко-то. Намазал. И корочку. С этого лосось, который сейчас уже в ухе плавает. Я так еще не ел, но прикольно. Привет всем, аппетит, хорошего настроения, доброго дня, позитивчик всем. Все-таки домашняя еда есть, домашняя еда. Что за соус, что посол. Я люблю обзорить продовольствие. Кстати, в продовольственных магазинах. Продукцию. Я вообще-то не красноречив, начитан мало. Набался много. Так это вкусно. А еще бы вкуснее было, если бы осетр был, как раньше. В наше время. Отварж. Такая вкусняшка. А сейчас, чтобы купить, зарплат не хватит нифига. Раньше башка стоила 50 рублей, мясо 1,5 рубля. Икра пол-литровая баночка 30 рублей, 15, потом 30, 35. Выше, 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 выше.
Одно воспоминание осталось. Хоть еще вспомнить. Наелись вот так вот. Когда через ГЭС в деревню ездили, они там прыгали так, как дельфины. О, классно было. Это когда в 86-м году вроде. А потом все реже. Ну, там сейчас под ГЭСом выращивают, ну, для своих. Для чиновников. А мы и рады еще покушать, и слава Богу. Еще раз всем позитивчика, хорошего настроения.